Проблема Татьяны Коноваловой – проблема всех жителей улицы Комсомольской и Таманской. Электроэнергия. Улицы развивались быстро, емкость трансформатора изменять в таком же темпе не успевали. Ни машинку я не покупаю, ни кондиционера у меня нет, потому что ничего не тянет. Это самое слабое совсем напряжение, и вечером вообще тухнет свет, можно так сказать. Жители хотели самостоятельно заменить трансформатор, узнали – очень дорого. Это наша забота. Хорошо, будем заниматься. На контроле мэра вопроса газификации домов на улицах Солнечная, Российская и Кубанская. Несколько лет назад газ к домам подвели с нарушениями. Исправлять сегодня выйдет дороже. Подготовят проектно-сметные документы. По конкретным цифрам Сергей Сергеев примет конкретное решение. Дороги – проблема вечная, но решаемая. Жители жалуются на покрытие на улице Российской и Октябрьской. Дороги не вошли в первую очередь в программу ремонта. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева в ближайшее время дороги в программу включат. Отремонтируют участок у знаменитого аварийного мостика. Владимир Толстых перед встречей с мэром Анапы проконсультировался по вопросу у нескольких специалистов. Прием вели начальники руководителей городских управлений, муниципального контроля, транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ. 64 жителя получили консультации. Отец большого семейства обеспокоен, его четырем сыновьям негде играть. У меня 4 сына есть. Точно? Точно. Разных, скажи, разных. Младшему сколько? 3 года. Старшему? 15. Молодец. 8. Мужчина. 9. А дочки нет? Дочки не было. Будет? Нет. Попытаюсь еще. Детскую площадку оборудуют необходимым спортивным инвентарем, поставят качели. Если детей будет много, со временем установят дополнительные снаряды и тренажеры. Елена Маринец пришла с двумя вопросами – пресловутые сельские дороги и трансформатор. И вот эту зиму у нас искры там постоянно летели, особенно когда вот дождик или ветер, прям вот конкретно искры. Само напряжение нормальное? Просто... Нет, напряжение низкое. Вот именно что, да, и напряжение слабенькое. Если, допустим, стирка какая-то, только ночью можно еще постирать. Утром я шла на работу, дети шли, и как искры посыпались, дети в сторону, испуганные стоят. Задача для предприятия «Кубанинерго» – отремонтировать или заменить трансформатор. 10 обращений от избирателей, 10 решений. Частая практика. Селяне приходят решать не личные проблемы, беспокоятся о благоустройстве всего населенного пункта. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа регион.